Всем привет! Путешествуем по выставкам Петербурга. В Ирарте свои работы представляют Валерий Пчелин и Игорь Михаленко под общим названием «Священный лес». Здесь объединились абстрактная живопись, скульптурные объекты. Вот как написано в анонсе. Название проекта «Священный лес» отсылает зрителям германо-скандинавской мифологии, которая повествует о возникновении мира из хаоса. «Священный лес» – образ заповедности, место культовых практик, пространство, в которое открывается человек, состояние перехода пределов бытия. Искусство – это своеобразный сакральный лес. Вход туда доступен лишь немногим. Вот посмотрите эти работы. Вот, к примеру, Михаленко применяет технику смывания акрила с холста, а затем опять наносит на полотно краску. Он любит чистые цвета, близкие к спектральным, создает из них контрастные построения на противопоставление цветовых сочетаний оранжевый с черно-фиолетовым, голубой с желтым, прием из классической драматургии, красный с черным. Валерий Пчелин, скульптуры, ускользающие в присутствии, реликт прошлых эпох, перемещается в пространстве, как будто выныривая на поверхности, снова исчезает, оставляя след. Священный лес, пространство небытия, и понять, точнее, осознать его значимость, можно, лишь покинув его. Вот, и я покидаю эту выставку спокойно, хотя выставка несет какого-то негатива, это мое личное мнение. Да, прошелся, посмотрел, что ж, да, имеет место абстрактная живопись, скульптурный объект. Выставка Валерия Пчелина, Игоря Михаленко. «Священный лес». Все, всем пока, всем привет, посмотрите. Пока-пока.